Всем привет! Время около 9 утра. В этом году первый раз выбрался на зимнюю рыбалку. Это вот наш любимый юго-западный Желмосеев озера. Рыбачить будем тут вот промоина вот такая вот. Здесь вот сейчас забуримся и посмотрим, что нас сегодня здесь ждет. Вот, немного расположились. Забурились, поставили палатки. Залазим топиться и смотреть. Народу сегодня вообще практически нет. Вон там вдалеке двое сидят. Больше ни одного человека. Так, ну вот он. Первый окунечек попался. Взял я его на уралочку. На мотыля. Такая вот у меня печечка тут импровизированная. Ловим дальше. Вот прошло минут 30. Три окушка попалось. Берут сантиметров, наверное, 5-10 от дна на мотыля. На улице уже начало расцветать, солнышко вон. Пока что три окунька всего. А у тебя там что? Где твоя добыча? А ты их сразу в пакет? Да. Ну тоже неплохие. Грифана 4 окунька. О, поймался. Ах ты, сошел. Время обед. Начнем сейчас собираться уже домой. Что-то слабенько сегодня, но маленько наловили. В прошлом году был у меня ролик, как собирать палатку. Ну, он был короткий и как бы просмотров много. Ну, там не сильно было понятно сам принцип сборки. Сейчас это повторим и попробуем показать более подробно, как это делается. То есть вот она, палаточка. Собирается она очень просто. Сперва сгибается треугольничек. Да-да-да. Вот так вот. Получается она треугольничком. Все, берем. Так вот она сворачивается. Все, восьмеркой. Восьмерочкой практически готово. Ну и сразу же вам вторую карту покажу. Получается одно открытое. Часть вовнутрь. Забирает треугольник она. Вот такой вот. А потом вниз ногой придавливает. И так вот подворачивающий. Она так вот три колечка складывает. Вот это вот остальное потом просто заправляется важными точками и укладывается. Здесь ничего сложного, все очень просто, главное правильно подвернуть. Вот и все. Ну и на этом наша сегодняшняя рыбалка заканчивается. Что-то опять погода поменялась. Клев не очень. Ну, немного окуньков поймали. Скажем так, на супчик есть.